сегодня обращаемся к профессионалам. То, что с 1 июня много говорится, много пишется, уже включены штрафные санкции за отсутствие светоотражающих элементов в темное время суток. За пределами городской черты штрафные санкции 500 рублей. Положительный опыт в развитых европейских странах, положительный опыт в Беларуси. Но это связано, к сожалению, может быть, не столько с дисциплиной, сколько с штрафными санкциями. Когда рубль бьет по карману, вот тогда люди начинают задумываться. Цена светоотражающих значков, или, как их принято называть среди молодежи, фликеров, совсем невелика. Самые дешевые экземпляры стоят не более 100 рублей. Это та сумма, заплатив которую, пешеход способен обезопасить себя на дороге и сохранить жизнь и свою, и водителя. Носить светоотражающие элементы в темное время суток для того, чтобы автомобилисту, участнику дорожного движения, был виден пешеход. Ну, наверное, скорее всего, это очень нужная и правильная мера для того, чтобы предотвращать аварию. Светоотражающая полоса за долго до приближения автомобиля видна водителю. Ну и, скорее всего, он принимает уже правильные решения, тормозит. Статистика высокая смертности на дорогах. Вот. А ты сам как считаешь, нужно носить такие вещи? Ну, по ночам, думаю, да, считаю. Потому что мало, ну, немало случаев бывает, когда не увидел, отвлекся водитель, и все. А сам носишь? Ну, до этого времени не носил, но, думаю, буду. Наплевательское отношение к законам зачастую заканчивается плачевно не только для людей, которые не желают соблюдать их. Цена безопасности себя и близких не должна измеряться в рублях. Александр Шишов, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.